судя по вниманию девушек к вашей персоне и потому, как вы громко и уверенно комментируете все происходящее, выставка – это ваша выставка, вы главная фигура. Или Сюра, Ван Гог и Сикорский тоже имеют к ней отношение? Ну, во-первых, я не знаю, с Сикорским знаком очень хорошо. Безусловно, Сикорский number one, и я просто как бы проассистировал. Тут есть такая несправедливость, потому что великие работы Сикорского мало знаемы за пределами Российской Федерации. А копии бездарные этих работ, они распиханы по всем музеям и известны. Но где же справедливость? Поэтому мы решили справедливость и выставили... Наконец-то выставили подлинники в галерее «Мастерская полковника», выставили подлинники тех копий, которые бездарных авторов, которые нашумели и фигурируют по всему миру. И меня спросили 5 минут назад, а как называется методология творчества Андрея Сикорского, который вписывает в эту классику свою новую концепцию и похищает образ в его том естественном состоянии, в котором он должен был родиться изначально. Но вот сама техника работы с деревяшками, железячками, как это назвать? Техникой вряд ли это можно назвать, потому что дело не в технике. Понимаете, когда мы говорим, какое красивое облако, мы же не говорим, какая техника. Молекулы H2O встали под влиянием магнитных полей, бла-бла-бла. Главное увидеть красоту. Неодадаизм. Дадаизм и неодадаизм. Как писал уже один величайший мыслитель 21 века, Сикорский, нежно наступая на пятки и аккуратно распихивая локтями неодадаистов, безусловно занимает первое место, потому что они действовали методом беспорядочным, а он рационально переводит, тем не менее, рацио в эмоцию. Человек определенных взглядов правильных. И у нас с ним полное эстетическое единомыслие. Единственное, в чем мы расходимся – это в правилах выделения деепричастного оборота с запятыми. Других вопросов у нас нет, никаких расхождений. Мыслитель великий 21 века, он не однофамилец ваш? Он не однофамилец, это просто я. А где вы видели других?
Как приходят столь гениальные идеи? И в вашу ли голову? Потому что куратор Яков Кальмин сделал все, чтобы украсть, в свою очередь, концепцию этой выставки у вас. Яков, безусловно, прародитель этой выставки, потому что вот когда с человеком в близком контакте находишься, ты ему шлёшь. Вот смотри, вот такую штуку придумал. Он говорит, Джоконду и танец нельзя, потому что это баян. Все уже отплясались. Думаю, что тогда Джоконду и танец нужно точно сделать. Но для меня Яков, он такой камертон, потому что мы с ним очень совпадаем во взглядах, как и со многими моими друзьями, но как-то с ним вот получилось найти такой родственный контакт. Ну, родственные в том числе, просто ругаемся иногда, до скандала доходит. Короче говоря, в какой-то момент, когда я ему послал третью работу, он сказал, надо делать выставку. Я говорю, ну, так надо, это сколько работ нужно делать? Не надо, я приеду в мастерскую, и там мы у тебя выберем. И так, в общем, со многими работами и вышло. Что, например, там «Ленин на елке», там была звезда с серпом и молотом. Когда появилась работа, где вот Ленин с ребеночком на елке в Кремле, ну, почему не сделать октябрьскую звездочку? Это идея Якова. Или там, например, я сделал работу, где грачей нет на картине Саврасова. Так все немножко в стиле Поллока накакано, а грачей нет. Но он приехал, посмотрел, а у меня под потолком висит вот эта чайка с работой «Голос мусорного моря». И он говорит, так вот, надо туда грача повесить. Я говорю, это чайка? Нет, он говорит, это грач! И все, так и вышло. Короче говоря, когда вот есть такой пинг-понг, когда ты с человеком общаешься и с чем-то не согласен категорически, например, как с танцем или Джокондой, а с чем-то сразу же там понимаешь, что это блестящая идея, это здорово, потому что это не то, что там у тебя в котелке что-то варится, это в двух котелках, плюс еще шарик такой летает туда-сюда, бац-бац. Ну а вот постмодернистский концепт подмены или приключения любительницы абсента, это тоже может быть какая-то часть такой трилогии, большое переосмысление классики? В общем, да, я думаю, что не было бы, если бы вот этого цикла с подменой, где сначала просто менялись персонажи из картины в картину, потом вдруг вылезла сама собой любительница абсента, потому что из-за своей внутренней харизмы, я не знаю из-за чего, она вдруг так мощно влезла в это и заполонила собой все. Я думаю, что не было бы этих двух проектов, вернее, этого одного проекта с этим плечом любительницы абсента, то не было бы этой выставки, потому что, ну, как-то, как логическая какая-то штука, потому что до этого я занимался recycled артом, стимпанком, а потом вот эти цифровые вещи, сталкивания, постмодернистские сталкивания работ. И вдруг они выросли вот именно в этой, внутри мусора фактически. На этой выставке я вообще не нервничал. Если до этого каждая выставка – это какой-то стресс, то здесь мне казалось, что все нормально, все идет легко и хорошо. И вот еще мне подумалось, что наше отношение к классике с каким-то лишним пиететом, возможно, нарушает сам принцип существования культурного времени, в котором границ нет. Прошлое, будущее, настоящее – это все условности. И поэтому, если в классике есть уже иронический потенциал, а мы относимся к ней серьезно, может быть, в этом ошибка? Думаю, что да, потому что, ну, я сужу по своему опыту, например, школьному, как преподавали Достоевского. И Достоевский для меня это было что-то такое тяжеловесное, какое-то, ну, невероятно сложное. Я помню, что я потом в студенчестве пытался прочитать «Идиота». Я его прочитал с третьего раза. Но в третий раз я прочитал его запоем. Это была история про реального человека, абсолютно, который вот живет где-то рядом со мной. И мне такие люди даже стали встречаться. Такой однокашник у меня появился. Так что я думаю, что в любом произведении нужно так. Нужно смотреть на него по-дружески. Надо его любить. Для меня ни в коем случае это не издевательство. Все эти работы люблю, я их обожаю. И если бы не было их, и не было бы меня. Поэтому для меня это скорее такое, ну, это письмо благодарности. Раз есть это у меня в голове, и я могу себе позволить это оформить по-своему в свою работу, это, в общем, ну, такое зерно. В общем, скорее это признание в любви, чем попытка выбить какой-то хайп или там заставить зрителя просто так улыбнуться. Нет, я хочу, чтобы они улыбнулись через призму любви.